Мишка, молодец. Мишка. Вообще, нахрен ему эта стая, там белка хозяйничает. У меня белка хозяйничает. Она и никому пощады здесь не дает. Она тут хозяйка. А Мишка боится даже белку. Вот так. Вот. А Мишка, вот это как вот мужчина. Мужчина даже он, в цивилизации, вот мужчина, да? Вы думаете, что он детей будет уходить? Нахрен она ему нужна? То он лучше пойдет воевать на, и будет воевать на. Ему семья не нужна. Так же и Миша. Миша бросит это свое стадо. Говорит, да нахрен она мне нужна? Он, я вот сколько знаю, вот Мишка уходит куда-то, его вообще нету. На. Он целыми днями где-то пока к вечеру только подойдет ко мне, рад. Вот как говорит, я здесь вина. Я его пока, ой, молодец, ты не потерял. Я думал, тебя уже пристрелили. Он, да не, он, Мишка, ко мне отмечается. И вот это я Мишку люблю. Ну и также мужчины, они тут думают, что они в семье, что ли? Да нахрен это? Семья нужна, пускай там на он. Деньги дал, это дал женщина, она. Вот, например, я, ладно, я вот в детдоме вот воспитывался. Кому я нахрен нужен? У меня ни денег, я бешара, у меня ни родственников, никого нету. Какая женщина пойдет? А мне и не надо, я что? Мне и без этого. Я уже привык, оно мне ни к чему. Все, вот это. Если вот это, как бы сказать, ну вот, у нас еще тайн неразгаданный, ну, вообще еще очень-очень много, много-много. И нам, ну вот, я имею в виду не человеческих, ну вот, которые человек, вот там, технику, ракету, это для меня, а мне вот природные вот эти тайны, вот эти все, что природа делает. А вот что человек делает, ну, я как бы сказать бы, это темень, это темно. Вот, смотрите, вот человек вот изобрел, вот закрыл, вот, да ничего нету вообще, темно и все. Да. Вот так же вообще вот мир, темнота, ничего нет, ничего не существует.